иголки, что ж ты меня так пугаешь? Ой. Ой, обсерился. Вот за это лайк, ребят. Да. Всем привет, с вами Бодя. С вами Мишаня у меня в гостях, как всегда. И, ребята, прятки от страшного клоуна в доме в 3 часа ночи. 28-й заслуженный ёлки-иголки лайк я ставлю. Я вот... С чего в афиге, что наконец-то я смогу увидеть вместе с вами нашего с вами всеми любимого клоуна, потому что он так круто в роликах выглядит, отыгрывает, это просто жесть. Все, что я от вас попрошу, вот единственная просьба, делайте кнопочку серой. Я буду очень признателен каждому человеку, кто это сделает. Спасибо вам огромное, погнали. И всем привет, меня зовут Влад4, Кобяков. Ой! Самое сердце на поражение. Спасибо, Влад. Глент, и добро пожаловать на тусовку. Сегодня так. Серега нас позвал на какую-то тусовку. Сказал адрес дома. Вот этот дом. Что-то здоровый слишком дом у Сереги. Пипец. Кстати, напишите в комментариях, вы хотите посмотреть, чтобы мы чекнули Юлю Годунову, их частный дом с Владом А4. Напишите, если хотите, чтобы мы посмотрели, мы посмотрим. Просто я знаю то, что я там буду хахать, хохать, потому что я таких домов в жизни не видел. Вот. Дом? И мы совершенно... Я уверен. Не знаем, что это за туса. Может быть, он хочет отметить какой-то миллион? Или, может, он хочет отметить розыгрыш... Мустанга? Мустанга? Да. 21 миллион 500 тысяч. Ребят, нам бы вот 2 миллиона с вами. Вот 2 миллиончика. Вот каждый из вас, пожалуйста, подпишитесь. Я буду очень признателен каждому. Я прям рад буду искренне, ну правда. Подписывайтесь на нас. Слушай, пойдем и узнаем. Давайте начинать. Снимем нашу тусовку и посмотрим, чем она закончится. Так, Серега. О, смотрите, так. Тут стол накрыт. Вау, шарики. Праздничный стол, ребята, пойдем. Ну да, конечно. Видите, какая офигенная локация. Конечно. Серега, ты где? Серега. Так, я на всю поставил громкость. Выходи. Пацаны, Серега уже не важен. Я нашел вкусняк. Серега уже не важен, потому что сейчас придет клоун. Поляна накрыта. Блин, класс. Предлагаю выпить стаканчик кока-колы за розыгрыш мустанга, чтобы он достался хорошему человеку. Хорошая тема. Да, я бы вот лично очень сильно хотел бы мустанг, если честно, Влад. Оформлять на моих родителей... А, хотя погодите, мне же 19 лет. Нет, тогда на меня оформлять. Но у меня водительских прав нет, поэтому я никуда не уеду. Я его так оставлю, он так и будет лежать там, где я его выиграю. Не сербайте. А, он попросил не сербать. За мустанг можно и посербать. Ну, Кобяков в своем репертуаре, как всегда, на сразу пиццу. Пацаны? Я бы тоже так же. Оно! Я заходил, по-моему, этого не было. Я тоже не видел. Пацаны, ну их тут много, наверное, просто отсюда улетел. Как пицца? Вкусная. Ладно, пацаны. Как он улетел там снизу, мешочек, чтобы как раз шарик на месте стоял? Пацаны, мы сюда зачем пришли? Нас позвал Сергей. Улетел, говори! Сергея праздник, ну, не получится. Надо найти Сергея. Ну что, пойдем поищем его в доме? Погнали. Пойдем. Пошлите. Вау! Неплохо, блин, неплохо. Ну, квартирка офигенная. Ох, Серега устроил. Частный дом или как? Блин, как называть? Ну, ремонт. Вот, ремонт называется. Все. Как называемся? Просто, ну, я никогда в жизни не жил в частном доме, поэтому я не знаю, как правильно сказать, как бы. Всегда говорю, там, квартирка хорошая. Вот, или, вот, ремонт, правильнее сказать. Вот это Серега, конечно, раскошелился. Чё? Да вы, да не может быть, может это Влада? Ребят, напишите в комментариях, погодите, стоп. Вау, красиво, красиво. Пацаны, здесь есть второй этаж, есть минус первый этаж и очень-очень много комнат. Серега! Серега, ну выходи уже. Мне кажется, он пранкует нас. Пацаны, Погодите, стоп. Так, во-первых, я, кстати, чуть не забыл, ребят, если что... Я комментарии лайкаю, около 3000 или 4000 комментариев я лайкаю, поэтому я прошу, пишите комментарии, я все буду лайкать, чтобы вот не в обиду вам, и как раз мне можете написать комменты, я полайкаю вас, мне будет приятно, что люди пишут комментарии. И лайкайте видосик тоже, лайкайте его. И самое главное, подписывайтесь, делайте кнопку серый. А самое главное, вот ты подписан, ты самое главное, включи уведомления, колокольчик, потому что вот
Вот ты же будешь пропускать наши ролики. А я для кого тут целыми днями сижу у компьютера? Я реально, я никуда не выхожу, я не могу даже погулять выйти. И так на протяжении 2 лет. Поэтому, пожалуйста, включи уведомления, я буду очень рад. Предлагаю разделиться и поискать его по дому. Может, где-то в какой-то комнате. Я иду вниз к сауне и бассейну. Так. Проверю, может быть, да, он парится. Да, а я наверх. Да. Так, а я... Кстати, вчера Magic 5 выходил на Кадиллак. Посмотрите, тоже вообще угар. Пойду на кухню. Вау! Какая... Нет, 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 это не Влада, это не Влада. У Влада другое расположение кухни, да, это не он. Большая светлая кухня. Серега! Серега! Так, Сереги здесь нет. Блин, ну зато посмотри. Не пойму, погодите. Может они арендовали этот частный дом на один денечек прям, чтобы отснять ролик. Просто другого варианта я не вижу. Видите, какая классная кухня, как и все в этом доме. Серега, конечно, постарался. Смотрите, что можно сделать с красным чайником. А теперь сделать его серым. С кофемашиной все становится серым. Ребята, если у вас кнопочка под этим видео тоже красная, давайте тоже на нее нажмете и сделайте ее серой. Вот, кстати, правильно говорит Кобяков. Кобяков-то прав. Сделайте, пожалуйста, то же самое. Не встретил, не провел. Что-то в этом есть. Вот не пуськи, значит подпишитесь. А если ты точно не пуська, то включишь уведомления. И будешь в нашей семье, так сказать, зрителей. Кто вместе со мной смотрит всегда ролики. Поэтому включай уведомления. Включай! Подозрительно. Он явно что-то задумал. Ну, хоть мандаринки оставил. Так, не понял. Это что, нос, что ли? Что он тут делает? Ладно, странно. Серега! Прятки от стража. Они же скоро будут прятаться от клоуна, да. Пока пацаны его ищут, я съем парочку мандаринов. Так, второй этаж. Это стрёмно. Это сюда. Какие крутые подсвеченные и высокие потолки. Вот это Серега, конечно, королевский дом снял. Окна круглые, огромные. Нет, ну это жесть. Ну, я думал, на сутки снял. Но если Серега реально в нем живет, я не верю, зачем в таком крутом доме? Ну, типа, он же один. Ну, может быть, ладно, может, у него там есть девушка. Но вдвоем в таком доме это пипец какой-то. Напоминает какой-то иллюминатор в самолете. А тут что за красота? Тут даже запах такой прям богатый. Богатый. Дорожки. Смотрите, какой ретро. Тут говорит, запах богатый. Ой, я не знаю почему, но меня это рассмешило. Знаете, это чувство, когда я моюсь дешевым шампунем за 50 рублей. Ко мне подойдут домой и скажут, запах какой-то дешевый, Богдан. Дешевый, да, дешевый. Ой, ладно. Магнитофон. Здесь даже кассеты есть. А в вашем детстве были кассеты? Я помню, вот так вот карандаш вставляешь и наматываешь так. Ой, вернем. Нет, кстати, ни разу не было. Назад. Вот это раритет. А напишите, у кого сейчас есть такая штука или нет? Просто у меня вот, ну у меня точно нет. Куда? У меня вот что есть, это табуретка. Серега, Серега, ты так. Где? Серега, ну ты хорошо. Офигеть! Банька? У него даже... Сереги здесь нет. Банька? У него даже бассейн есть. Тепленькая, значит, здесь кто-то недавно был. Блин, джакузи. Так, это... Да это пипец. Мы попозже туда залезем. Басик, вот, ребята, что бы вы хотели себе в дом? Вот у вас есть выбор. Или баня, или бассейн. Бассейн, бассейн однозначно, бассейн. В баню. Я могу... Ну, в Питере у нас можно сходить в баню спокойно, вот. Поэтому лучше уж бассейн собственный иметь, потому что бассейн собственный... Ну, типа, бассейн будет дороже стоить, если сходить куда-то, чем баня. Напишите, вот, как считаете. Я, по крайней мере, в Питере ни разу не ходил там ни в бассейн, ни в баньку и так далее, но если бы я хотел, то, наверное, максимум в бане, потому что намного дешевле было бы. Я вот даже не знаю. Ребят, напишите в комментарии, что бы вы хотели. Так, а тут что? Воу! Ядрись колотись, это было стрёмно. Я походу снова буду сериться. Так, что здесь? Блин, ребята, здесь какая-то комната моряка. Смотрите, огромная лодка, портреты, шляпа. А еще здесь есть вот такая вот дверь. Она, кстати, 2013 года. По ощущениям кажется, что в нее прям можно зайти. Но, к сожалению, это просто для красоты. Блин, круто на самом деле. Нет, ну реально же круто. Вы представьте, что за дом.
Но это, скорее всего, владелец моряк. Я в этом уверен. Он специально даже комнату сделал это. Но да. Идея была бы офигенная. Вы только представьте, такой открываешь, а там вообще еще один дом. Так, а это у нас что? Еще один дом. Небольшой тренажерный зал. Ого. Ого. Этот тренажер, он прям для всего тела. Ты и руками, и прессом, и ногами. Здоровье, это круто, потому что когда ты спортиком позанимался, сразу следующие пару дней чувствуешь себя прекрасно. Ребята, ну спорт да. Это важно. Это я назад убегаю. Спорт это важно, да. Я каждый день на турники хожу. Я серьезно, я каждый день хожу на турники с утра до начала видео. Всегда подтягиваюсь и поднимаю ноги. Чтобы у меня был пресс, накачана хоть немножко грудь в моем дрищавом теле. И, в принципе, чтобы я поддерживал хоть какую-то дрищавую фигуру. Лайк за старание. Я дрищ. Так. Не, ну вот что касается еды, Серега, конечно, постарался. Красавчик. Телефон? Может, Серёге звонят? Надо, мне кажется, поднять. Может, это Серёга звонит? Алло. Коняков, мальчик мой, загляни-ка в свой телефончик. Как это вообще? Мамочки, как это? Что? Вообще возможно? Он что, опять вернулся? И нос, получается, его? Пацаны! Мишаня, ты меня спасешь! Опять молчит! Книжки это сразу нет. Сейчас вот. Ребят, сейчас Глента напугает. Серега, я видимо, отвечаю. Нами прикал. Вот сейчас Глента, походу, конкретно будут пугать. Он называет нас бараны. О, тоже раритет, кассеты. Я уже минут пять пытаюсь убрать, вот почему у меня вот эта часть все время вот так отходит. Вот объяснить, ребят, у меня как будто, знаете, волосы живут своей личной жизнью. Напишите комментарий, у кого так же. Я хочу нормально закинуть волосы вправо, но что-то не получается у меня полностью волосы закинуть вправо. Насколько же я неудачник? У меня на такой... Кстати, кассеты, да, кассеты. У меня до DVD был всегда магнитофон, я смотрел с магнитофоном все. Кассеты был Шрек и Суперсемейка. Так, я вижу фотоальбом. Сейчас там клоун будет смотреть. Что тут у нас? Не понял. Да, я угадал. Это же скриншот из ролика про клоуна. Чё это такое? Походу, Серега нас решил реально пранкануть и замутил какую-то страшную историю. Весь альбом в этих скриншотах. Походу, ему нравится смотреть, как тебя мучают, Глент. Мне нужно освежиться. Это опять он. Может, еще искупнемся сегодня? Да, водичка хорошая. Какого? Наверное, подогревается бассейн. Фига. Так, тут еще, наверное, дворик есть. Вы вообще... Сейчас... Я уже понял, что сейчас будет. Вау. Там какая-то большущая территория. Я вижу елки, лужайку. Еще здесь есть терраса. Блин, круто иметь дом, потому что ты можешь спокойно ходить у себя по территории, даже в трусах, и это будет нормально. А еще ты можешь взять и поставить себе батут рядом с домом и прыгать на нем. Это же прикольно. Да елки, иголки, что ж ты меня так пугаешь? Ой. Ой, обсерился. Вот за это лайк, ребят. Нет, не за то, что я обсерился. Короче, лайк с вас, поняли? Я текаю. Пацаны, идите сюда, быстрее. Вы тоже это видели? Вы гоните, я видели? Да, это, блин. Да. Блин, это очень странно. Он опять нас нашел. Получается, будем играть опять в его игры? Получается, да. Опа. Привет, ребята. Скучали по мне? А я по вам тоже очень скучал. Почему же вы бросили меня, а? Играли со спецназовцами в прятки, строили свои замки из картона, а про меня забыли? Я про вас не забыл. А теперь мы будем играть с вами в прятки. В мои любимые прятки. Мамочки. У вас есть 15 минут. Чтобы спрятаться в этом чудесном доме. И я буду вас искать. Никто не спрячется.
стены буду играть. Ты не спрячешься, я не виноват. Хоть всегда. Что, пацаны, получается, играем в прятки. Кто не спрячется, я не виноват. Так, у меня кое-что для вас есть. Так, пацаны, все в этих прятках нужно снять на камеру. В этот раз мы не должны ему проиграть. Готовы? Да. А он ведь всех нашел, кроме Сереги тогда, помните? Я не понимаю, почему сейчас Сереги нет. Это Серега? Нет, это не Серега, точно. Я думал то, что... Я знаете, что подумал? Но сейчас вот не перематывайте этот момент. Я знаю, вы любите перематывать, когда я разговариваю. Мне показалось то, что Серега это клоун. И до меня... Типа я подумал, что до меня только доперло, что почему Сереги нету в ролике. Я думаю, а может быть он и есть, как бы отыгрывает клоуна. Потом я думаю, ну уж слишком хорошо он, типа... В жизни спокойный, а клоуном он так отыгрывает. Потом я помню, как они в парке прятались, там же Серега тоже прятался. Поэтому это не он. Но я так офигел, думаю, как-то я не заметил, что Серега это клоун. Давайте дадим ему отпор. Погнали. Это было бы смешно. Ну что ж, надо срочно найти, где можно спрятаться. Кухня. Тут уже кто-то мандарины поел. Ну понятно, я сделал кто. Какой крутой красный чайник. Серый, серый, да, он тоже об этом подумал. Вы подписаны, мы уже подписаны с вами. Кто не подписан, пусть-ка, я понял уже вас. Это же спальня. Вот здесь можно что-нибудь придумать. А я побегу на второй этаж, я тут... Ну, я думаю, у нас здесь пусик нету. У нас все подписаны, да? Да? Да. Еще не был. Зайду на балкон. Воу! У меня вариант появился. Я, короче, сейчас выбегу и спрячусь где-то возле дома. Дома сидеть не так уж и безопасно. А вот на улице... Кстати, ты прав. Улице темно, большая территория. То, что мне нужно. Поэтому я пошел на улицу. Кстати, хороший вариант. Вот это он придумал круто. Так, погнали. Как вроде спокойно. Но он сейчас спалить может. Он посмотрит, сколько там этих тапочек осталось. А, денег! Нет! О, тихо! Ты куда? Ну ладно, играй со мной! Вроде бы оторвался. Неожиданно сзади появился. Вот ведь дурашка. Так, где я? Ладно, он теперь знает, что я нахожусь на улице. А что, если я просто спрячусь в своей тачке и все, я просто закрою этот замок, и он даже туда не залезет, даже если захочет. Эта идея супер, только... Надо, чтобы он меня не словил здесь. Вот зря. Побежали, быстрее. Так. Здесь много пледов, и я, в принципе, мог бы под них спрятаться, но мне кажется, это очень палевно. А вот сделать ловушку из пледов можно. Ловушку из пледов? Ну, в принципе, похоже, что здесь кто-то спрятался. Кот, что ли? Он так и подумает. Решит это проверить, узнает, что это просто плед и рассердится. А я в это время буду рядом. Буду прятаться вот здесь. Здесь можно расстегнуть чехольчик. Кстати, хороший вариант здесь прятаться, реально. И залезть внутрь. Хороший вариант. Я так уже делал не для ролика, и когда я так спрятался, меня никто не мог найти. Все, прячемся. Все, ребята, я спрятался. Вы спросите, где я? Я тут! Глент, Кобяков, Влад А4. Странно, где ж ты можешь быть? Блин, стрёмно. Попался. Странно. Ну, раз тут никого нет, я спокойно... Да нет, он не может там быть. Почему клоун подумал, что он там, и это же маленький какой-то сверток? Могу сделать вот так! В смысле, да? Боже, паршивца, а? Маленькие шустрые зайчатки. Чувак офигенно играет. Клоун просто... Я не знаю, мне нечего добавить, это очень крутой клоун. Ребят, я, кстати, чуть не забыл. Если вы не смотрели «Пол это лава» 4-я часть у нас с вами, там просто невероятно. Я советую всем посмотреть. Этот ролик выходил 2 дня назад у нас с вами на канале. Это получается примерно 6 роликов назад. Вот посмотрите. Да вы там сразу увидите. Там прям, ну прям офигенно. Посмотрите, пожалуйста, я советую. Походу он ушел, ребят.
Да, ребята, место супер клевое, меня здесь 100% невозможно найти. Но есть одна проблема. В этом пуфике очень-очень жарко. Поэтому высидеть здесь еще 10 или 15 минут я точно не смогу. Я сейчас хочу найти место, где можно перепрятаться. И если встречу пацанов, у меня есть к ним одно предложение. Так, ну что, началась наша игра. Попробую спрятаться на втором этаже. Так, что у нас здесь есть? Так, какой-то балкон, но здесь спрятаться явно не получится. Потому что просто негде. Какая-то комната. Есть идея. Постараюсь найти какой-нибудь шкаф, либо кровать, и спрятаться либо в шкафу, либо под кроватью. Я думаю, на втором этаже 100% что-нибудь такое будет. Так, окно. Здесь есть все, но нету ни одного шкафа, в который я бы залез. Может быть, под кроватью? Под кроватью тоже спрятаться не удастся. Так, здесь у нас что? Душевая кабина. Нет. Так, есть еще одна комната на втором этаже. Так, здесь у нас прачка. Так, здесь вещи. И здесь вещи. Стиралку я точно не... Да, я не комментирую. Мне интересно, вы знаете. Не влезу. Может быть, помещусь здесь? Я думаю, куда он мог спрятать... Да, конечно, конечно! Нет, я просто не нашел места, где просто можно влезть. Поэтому я попробую спуститься на нулевой уровень, где бассейн и сауна, и попробую найти шкаф там. Вот он мой конь, моя защита. Ща, ща там на заднем сиденье. Привет! Кстати, ребята, у меня сейчас с собой нет ключа. Представляете? Кстати, сегодня, если что, после Влада выйдет анимация. Не забывайте. Да, после Влада выйдет анимация. Но в моем гелике... Поэтому вот-вот, время сейчас сколько? В 2 часа и 10 минут выйдет анимация, посмотрите ее. Есть классная функция, сейчас покажу. Открываем вот это приложение. Здесь мы видим гелик. Смотрите, гелик закрыт. Нажимаю на кнопку двери и делаю вот так, разблокировать. Он просит пин-код, я вам его не покажу. Отправить и... гелик! Пипец! Разблокировался через телефон, вы представляете, какой он умный. Так, закрываю дверь и нажимаю вот на кнопочку «закрыть дверь». Ох, ну что, ребят, теперь я точно в безопасности. Ща будет мясо! Ну что, можно чилить, сейчас музычку включу какую-нибудь, книжечки почитаю, отдохну. Я ж сказал! Куда идешь? Что он здесь делал? Блин, ребята, это... Как? Просто нереально добавляет адреналина, когда ты не можешь найти место, где спрятаться, а понимаешь, что клоун тебя уже ищет. Так, по-моему, бассейн здесь, за этой дверью. Ключ. Возьму-ка я его с собой. А, как всегда, в закрытом помещении Ковяков сейчас спрячется. Вот оно, райское место. Как в прошлый раз. Место. Так, у меня ключ с собой. Соответственно, я могу закрыть эту дверь на замок. И клоун меня точно здесь никак не достанет, потому... Ну да, в принципе, ты прав. Потому что дверь закрыта. А я не знаю, как он тебя не достанет. Он у Влада в Мерседе, в гелике, короче, появился внутри. Как? Да, ребята, жизнь в кайф. Вы знаете, в этом что-то есть. Нас по всему дому ищет бешеный клоун. Но я нахожу... Понимаете? Просто как Кобяков думает. Но нас ищут по всему дому, хотят... притарабанить к стенке, а я тут полежу, отдохну. За закрытой дверью. Надо искать во всем кайф. Лежу возле бассейна, смотрю на прекрасные виды из окна. Жизнь прекрасна. Но да, я понимаю тебя. Остался только один вопрос. Где все-таки Серега? Не желаешь? Да что ж ты так пугаешь? Получается, сижу я в гелике. Мамочки. И он такой, как за... А я такой, Не заорет, я все. Сколько раз я еще обсерюсь? А я, прикинь, закрыл дверь в сауну, залез на лежак, и мне просто он подает коктейль. Так, пробуем подняться вверх. А, он взял коктейль? Нет, не взял. О, а это что такое? Капец, оно бесконечное. Это опять проделки клоуна. Тут что-то упало. Да что ж ты? Пипец, вы что гоните? Мамочки, это
Это что за приколы? Я прям... Да я прям... А! А клоун! А! И Богдан! А! Это вообще пипец! Мне это не нравится, это стрёмно! Это вообще... Ну это... Блин, да это какой-то... Это... Вот вам, наверное, нравится угорать с меня. О, спасибо, ребята. Пацаны, он какой-то сумасшедший вообще. Да он вообще сумасшедший. Давайте спрячемся. У меня есть предложение. Сюда заходим. Так, пацаны, идите сюда. Есть одно предложение. Какое? Этот клоун, во-первых, он играет не по правилам. Он начал искать раньше, чем нужно. Во-вторых, уже надоел. Ребят, вот за такое подписаться нужно обязательно. Вот серую кнопку сделать. Ты не пуська, если вот тут... Ты видишь, что я тут серюсь от страха. Вот давай за это хоть подпишись, скажи, вот будешь меня защищать. Давай. Вот я в тебя верю. И колокольчик. Колокольчик это самое главное. Ну правда, колокольчик это важно. Это самое главное для меня. Пожалуйста, сделай это. Спасибо. Хотела играть в его дурацкие игры. Давайте объединимся и пранканем клоуна. Подготовим для него парочку ловушек и посмеемся мы над ним. А потом его свяжем. Чего? Он этого ну-ка. Заслуживает. Погнали, пацаны. Короче, я вернулся опять в эту комнату, и у меня есть гениальный план. Я сейчас намажу дверную ручку суперклеем, позову клоуна, он придет, приклеится, а дальше будет экшен. Погнали. О, кстати, а это хорошая идея. Ну-ка давай. Ну что, зовем клоуна. Все выполнено профессионалами в юмористических целях. Так никогда не делайте. Это вот если прилипнуть, то хана. Там он в перчатках клоун, поэтому все окей. А вы не делаете так. Клоун! Я тебя не боюсь! Ты что, пуська? У-ля-ля! Вот видите, он в перчаточках, так что не парьтесь. Кто-то меня звал? Клоун! Что? Что? Ой, что за шутки? Привет! Шапала! В смысле, а он все-таки как-то открыл? Ну все, паршивцы, я выхожу на тропу войны! Да ладно, все хреново! Так, а это что за местечко такое? Вау! Нифига себе! Так. Охренеть, а что это такое? Это место, где можно спрятаться вообще-то? Это хорошее место спрятаться, но очень очевидное. А что если... Ну, хреноватенько там будет спрятаться. Хреноватенько, хрен, это еда такая, так что не думайте. Я, наоборот, использую это место, чтобы пранкануть клоуна. Сейчас вам покажу. Итак, я беру кроссовки. Я поставлю кроссовочки вот сюда. И он подумает, что я их снял, чтобы залезть туда. А концовочку моего плана я вам не расскажу. Сами. Ну-ка, давай. Ждем клоун. Тинки-винки, дипси, ля-ля. О, знакомые кроссовочки. Да. Ну что, Владик? Что это тут у нас? Ничего не вижу. Кто здесь? Эй, ну-ка вылазь. Какого? Попался, клоун. Ах ты. Ах ты. Выпусти меня. Да лавай, ой, хорош. Все, попался, клоун. Пойду найду ребят и скажу им, что клоун попался. Ах вы, да что у вас? Да вы, ах, люляки-музуляки. Люляки-баб, есть такой шашлык. Я думал, он про люляки-баб сейчас что-то скажет. Драем по-серьезному. Короче, четверенька. Ребята, у нас с Ладом появился отличный план. Смотрите, у нас есть подушка. Я ее разрезаю. Вау. Вы понимаете, что сейчас будет происходить. Владос, у меня все готово. Клоун, ты тут? Он идет. Очень, давай сюда. Давай сюда, догони. Попробуй догони. Мочи его. Мочи подушкой. Очуметь, мамочки. Ребята, бегите. Клоун, крушит. Ну, потом все убирать после съемок, мамоньки. Это
этого клоуна уже пофигу. Ну что, ребята, я готов стать наживкой для клоуна. Я возьму, натяну рогатку, стрельну, привлеку его. Все именно профессионалами в юмористических целях, не переживайте. То есть, не делайте так просто никогда. Не рекомендуется. Внимание, начну убегать. А вы в это время натянете ему леской преграду. Он спотыкается, и мы его связываем. Все, да. Пацаны, пора поймать этого клоуна. Погнали. Все, натягивайте, я на шухере. Давай, давай. Крепкая. Все, вы готовы? Да, давай. Клоун, иди сюда. Давай, в войнушку поиграем. Так, давай. Маленькие протухшие кранчусы. Эх, ребятки. Да ладно, связали! Вообще слабак! Только разбухал больше! Обгаженные памперс, обгаженные! Садись! Ребята, а может все-таки давайте жить дружно? Ох, как... Заговорил! Нет, теперь будешь играть по нашим правилам! Ты же просто правда, тебе забить начать! Хорош! Нет, прикольно, прикольно. Клоун просто идеален, ребята. Просто я за это лайк. Вот лайк, кстати, это реально круто. Поиграть он. Я прям поставил лайк еще 28-м. Тут решил. Ну что, ребята, теперь мы будем решать, будут ролики с клоуном или нет. А то он постоянно нас застает в расплох. Офигенно, нет. Просто офигенный ролик. Реально чумовой. Ну что, ребята. Угорает, угорает. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ой, офигенный ролик, очуменный. Может быть, мы его отпустим. Help me. Ну а с вами был я, меня зовут Влад4, Глен Кобяков. Офигенный, Кобяков, и клоун. Всем пока. Чумовой ролик, просто чумовой ролик. Не знаю, что здесь еще можно добавить, но ролик крутой. Ребят, пишите в комментариях, как вам вообще. Я вот срался от страха, серился, извиняюсь. Весь ролик. Вот реально страшно было. Напишите в комментах. Вот вы вот только не говорите, что вы реально все вот с таким лицом сидели. Неужели вы все такие тут безэмоциональные? Неужели я один тут такой вот так вот все серьезно воспринимаю? Наверное, потому что я просто очень серьезно... в этот в видос вник, вот и серьезно. Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Ребят, сегодня еще про анимацию будет ролик. Подписывайтесь на канал, делайте кнопочку серой, включайте уведомления. Вот весь ролик прошу, надеюсь, хоть кто-нибудь из вас это сделал. Спасибо большое. И до новых роликов, ребята. Всем пока.